Villager news. Villager number 4, you came back. Shh, it's me, Villager number 5. What? You're not breaking news. A giant creeper has appeared and threatens villager life as we know it. Villager number 9 is on the scene. Thank you, Villager number 5. I'm on a cliff overlooking the giant creeper. It looks like it's attracted some followers. But that's not the only bad news. The giant creeper's explosive force is now the same as 100,000 blocks of TNT. That's right. If that creeper explodes, it will be the end of the world. Also, it's heading for the village. Daddy, should we move? Run away, son! We're prepping the military as we speak, but with no antidote for the potion, it may be a waste of time. But there is an antidote! Nobody asked! Yay, a friend! Ew, get off! Don't touch me! Ladies, listen up! This is the antidote! I need one of you to take this, climb the giant creeper, put this in its mouth, and save the world! The rest of you will take on the army of creepers. Who's it gonna be? Step forward! What? No! Well done, soldier! Here's the antidote. And remember, the fate of the world depends on you. I'd like to say you're indispensable. Well, let's get to it. Now go! Go, go, go! Мама, ну как дела в краю степей терриконов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Мама, как поживают работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Продолжалось от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м завода пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. What do you want? I want to be released! Into! Hello, I've been here since 2013.
You got another antidote! Wait, is that guy littering? Nobody's stopping me now! We need someone else to take the antidote! But this is our last chance! If we don't do it this time, we're doomed! We need someone reliable! Someone we can trust! What about Testificate Man? No, he doesn't want to. How do you know he doesn't want to? I just know, alright! Besides, he's busy marketing his book! You should read it, it's very good. What about him? Villager number 9 here, reporting from the battlefield. I have been chosen to protect the realm and save the world. You can do this, Villager number 9. I believe in you. I'm saying this now so I can have a flashback later. Ah! Ah! They can't fly through this. The creepers are gaining ground. Send in the Daladars. Мама, ну как дела у краев степей Терехонов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю, хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Как поживают работяги и шахтеры, когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы, и это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, Россия, мать с тобой. Продолжалось от Донецка до Одессы, и зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м запада пришли к нам бесы, стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, Россия, мать с тобой. You can do this, Religion number 9. I believe in you. I'm saying this now so I can have a flashback later. Мама, ну как дела в краю степей Терехонов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей.
Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе! Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом! Мама, как поживают работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Мама, жизнь продолжалась от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м запада пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Brave. Right now. Anywho, let's go home. Hey, remember when there were all those giant mobs everywhere? Whatever happened with that? They're still here. We didn't fix that. Oh, is that the subject of the next video then? Nah, probably not. That's it for this edition of Villager News. And to play us out as tribute to Villager number 84, here's the song that was playing when that poor dude got squished by that giant rabbit. Enjoy!